Почему срабатывает узонового нагревателя? Привет, друзья! В этом видео мы разберем очень важный вопрос. Почему срабатывает узонового нагревателя? Обязательно досмотрите это видео до конца, и в таком случае вы вместе с нами разберетесь в вопросе, почему срабатывает УЗО. А прямо сейчас подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. А мы начинаем! У каждого человека в доме имеются электроприборы. Обычно владелец старается их защитить от возможных скачков электроэнергии, устанавливая различные стабилизаторы напряжения. Ведь повышенное или пониженное напряжение могут стать причиной поломки электрооборудования. Однако от повреждения электрическим током нужно защитить не только электроприборы, но и их владельца. Чтобы избежать травм от электричества и обеспечить сохранность бытовых приборов, устанавливают либо специальное устройство защитного отключения УЗО, либо дифференциальный автомат, а чаще всего и то, и другое. Почему срабатывает УЗО на водонагревателе – вопрос, который требует тщательного рассмотрения. Поскольку водонагреватель не просто электрический прибор, а электроприбор, который непосредственно контактирует с водой. О последствиях удара электрическим током в тот момент, когда вы принимаете душ, говорить излишне. Поэтому УЗО – один из важнейших элементов водонагревателя. И поэтому УЗО устанавливается на всех водонагревателях штатно, а не как опция. И если выбивает УЗО, это сигнал, что что-то не так. И пока вы не разберетесь, что именно не так, пользоваться водонагревателем крайне не рекомендуется. А сейчас разберем, что такое устройство защитного отключения, сокращенно УЗО, и зачем оно нужно. Принцип работы УЗО. Основная задача устройства защитного отключения УЗО – обеспечение безопасности человека, защиту его от возможного удара током при использовании приборов, подключенных к электричеству. Это устройство в автоматическом режиме выполняет отключение оборудования от питания, тем самым обесточив прибор. Также бывает, что при серьезных неполадках обесточивание происходит по всему дому. Оборудование, которое греет воду, есть практически в каждом доме. Благодаря ему в доме имеется горячая вода. Но почему выбивает УЗО на водонагревателе и что может быть причиной срабатывания автоматики? Одной из основных причин считается перегрузка в электросети или короткое замыкание непосредственно в самом бойлере. Но имеются и другие причины. К примеру, есть вероятность, что во время монтажа бойлера, а именно его крепления при помощи дюбелей к стене, была повреждена электропроводка. Повреждение целостности проводки может произойти даже в процессе установки полочки или зеркала. Второе. Возможно, было осуществлено неправильное подключение оборудования непосредственно в электрощите. Зачастую оно срабатывает, если соединить землю с нулем. Третье. Еще одним ответом на вопрос, почему выключается УЗО на водонагревателе, считается нарушение целостности ТЭНа или же повреждена проводка непосредственно внутри водонагревателя. Четвертое. Пробой на корпус водонагревателя. При наличии заземления бойлер обесточится сразу. Если заземления нет, УЗО отключит питание, когда человек прикоснется к корпусу. В любом случае удара током удастся избежать. Пятое. Вполне возможно, что причиной, почему выбивает УЗО при включении водонагревателя, является неисправность самого УЗО. К примеру, тестовая кнопка может западать или же непосредственно выключатель имеет некоторые механические дефекты. В этом случае УЗО нужно заменить. Ни в коем случае не следует его ремонтировать. Довольно часто оборудование отключается из-за того, что прибор для нагрева воды имеет большую мощность, чем само защитное устройство. Также следует отметить еще несколько возможных причин, почему моргает УЗО водонагревателя. Основными из них считаются обрыв нуля непосредственно в электропроводке. Есть вероятность, что возникли повреждения ТЭНа, поэтому его спираль может соприкасаться с водой. Зачастую обозначенный вид поломки может спровоцировать накопление большого количества накипи. В
В первую очередь нужно сказать, что УЗО представляет собой достаточно сложный электронный прибор. Чтобы его самостоятельно отремонтировать, нужно быть хорошим электронщиком, но лучше всего заменить УЗО на новое. В водонагревателях оно меняется вместе с питающим проводом. Работоспособность УЗО рекомендуется проверять ежемесячно. Проверку можно выполнить с помощью специальной кнопки, которая расположена непосредственно на самом корпусе бойлера. Нажав на нее, происходит процесс создания искусственной утечки электрического тока. Если автоматика сработала, то значит она нормально функционирует. Если же нет, то следует произвести замену УЗО, но перед этим проверить, нет ли каких-то проблем с нагревающим водооборудованием. На основе результатов можно будет понять, почему отключается УЗО на водонагреватель. А теперь давайте обсудим, как подобрать УЗО для водонагревателя. Чтобы правильно подобрать автоматику, которая обеспечит безопасность потребителя, следует учесть основные рекомендации. Например, нужно учитывать силу тока в оборудовании. Нужно учитывать мощность оборудования. Нужно учитывать соответствие параметров УЗО параметрам водонагревателя. Подводя итоги, в качестве рекомендации требуется отметить, что наилучшим вариантом считается защитное устройство со степенью защиты 30 мА. УЗО бывает однофазные, используемые для электросети с напряжением 220 В, и трехфазные. Эти устройства применяются в сетях 380 В. Если УЗО подбирается для частного дома, то оптимальным вариантом считается автоматика с маркировкой S16 или S25. Запасные части для любых водонагревателей, в том числе и УЗО, вы сможете приобрести, если перейдете по ссылке, которую мы разместили под этим видео. Здесь вы найдете очень широкий ассортимент оригинальных запасных частей для водонагревателей. Выберите марку своего водонагревателя, провалитесь в него и подбирайте запчасти, которые вам нужны. Как только определитесь с выбором, добавляйте товар в корзину и оформите заказ. Поначалу платить ничего не нужно. Получив ваш заказ, мы свяжемся с вами и обсудим все нюансы. Так что прямо сейчас переходите по ссылке на экране. И подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео. Разумеется, если оно вам понравилось. Если видео вам не понравилось, смело жмите дизлайк. И до следующих встреч!